Единственная дочь певицы Валерии, Анна Шульгина, призналась поклонникам, что вот уже несколько лет страдает от расстройства психики, а именно от панических атак. По словам Анны, эта проблема преследует ее не первый год. И хотя в последнее время ее состояние все же улучшилось, периодически панические атаки ее накрывают. Как оказалось, эта проблема знакома многим поклонникам Анны в той или иной степени. Подписчики поинтересовались, как часто Шульгина сталкивается с паническими атаками и как борется с этим недугом. Стартом послужили серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Паническая атака приумножается со временем. То проходит, то накрывает, рассказала Анна. Также певица призналась, что ее расстройство требует лечения и консультации у медиков, однако Шульгина по какой-то причине этим не занимается. Отметим, что Анна хоть и пошла по стопам именитой матери, все же предпочитает выступать в другом амплуа, в совершенно ином стиле.